Всем привет! Вот такое утро в Волгограде. У нас утро начинается с оладышков. У нас такие оладышки, правда, как ты сказала? Мини-блины? Мини-блинчики. Плита электрическая, нагревается долго. Яйца варятся уже минут 15. Вика, ты яйцо с майонезом будешь? Нет. А я буду напополам разрезать и майонезом мазать. Еще раз всем привет. Мы пошли гулять. На улице 40 градусов. На солнышке даже не знаю сколько. Еще. Настя. В общем, вот так вот приоделись. Пошли гулять. Сейчас мы идем на 110-ю маршрутку. Едем до торгового центра. А там какая стоит? 123-я? Да, 23-я тоже идет до Судова. Нет. Красиво как. Гуляем по торговому центру. Нашли автомат СССР. Только раньше у нас были стаканчики, а сейчас одноразовые. Ты без дачи положила? Отсвечивает, не видно памятник. Масюсечка моя, прикупили шаурму, картошку фри. Ну, пойдемте куда-нибудь. Наггетсы, сырные наггетсы. Сидим, отдыхаем в парке. Ну, парк такой, скверик, там вон ходят, поливают травку, деревья, песочек, фонтан там. Вот сзади нас, ну, что-то он не работает, они его то включат, то выключат, что-то настраивают фонтан. В общем, детская площадочка тут. Просто сидим, отдыхаем. В общем, сели перекусить. Взяли быструю еду. С Настей сейчас перекусили. Сейчас поедем дальше. А дальше куда еще думаем? У нас еще, нам нужно еще на родину мать, на Мамаев курган. И прокатиться по Волге. Так что вот. Подружка моя стоит там в розовых труселях, шортиках. Вот. В общем, ладно, жара такая. Сели вот в тенечек посидеть, жарко, прям очень жарко, очень. Но для них это еще нормально, говорит. Ну что, люди привыкшие к такой погоде, а мы-то нет. Вот, для нас 42 это... Вот, 42 градуса. Даже ветерочка нет, видите, ничего не колышется, даже листики. Воробьев куча бегает. Я одела свои новые топи-топи. Встали попрошайки маленькие. У нас голуби так попрошайничают, а здесь воробьи ручные. Маленькие ждут же, да, что им? Но. А голуби ходят мимо, они там дружат. Голубка идет, а он за ней. Она что-то уже так копотит, как-то это странно стало. Я хочу их поймать. Так, пришел. Ага, раз такой, да? Надзорщик такой. Угу. Смотри, как они сели все на бордюрчик такие. Угу. И сидят. А как их словить? По струнке такие выстроились все в ряд, они эти, солдатики. Надо было им это купить. Я очень... Спускаемся, да. А, здесь это называется не метро,
Здесь это называется скоростной трамвай, который едет и под землей, и наверху. Станция Профсоюзная. Остановок 6 остановок. Следующая станция. Торговый развлекательный комплекс. Сигнал GPS потерян. Вам нужно. Вот мы приехали, Мамаев курган. Вон она, красавица, родина мать. Сейчас будем подниматься. Смотри, что... Ну, маленькие 700, 250. Наверное, 1000-3 точно стоит, наверное. А сколько большая статуэтка стоит? Реклама не продается. Это стоит как отразу. Вот, берете такую, они по нанотехнологиям. Все поняла. Феном нагреваете, строите, и через год вырастает. А вон и поезд едет. Вот из поезда-то как ее видно. Вон едут поезда. О, из поезда она кажется большая. Какая же она сейчас будет вблизи?